кстати, несколько слов об этом. Очень часто женщины говорят: Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж. Андрей Андреевич, что мне делать? Я не могу выйти замуж. Существует два принципа. Первый принцип. Женщины, не думайте о том, что вам нужно выйти замуж. Почему? Мир устроен по принципу противоположностей. Первая противоположность звучит так. Если женщина хочет замуж, то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать. И ничего больше. Но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать. Но есть другой вариант событий. Женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать, привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться. Именно поэтому это является вот такой дилеммой женщине, которая хочет выйти замуж, не нужно думать о замужестве, а нужно заниматься творчеством и думать о нем. Танцуйте, пойте, вяжите. А в тот момент, когда вы будете встречаться или выбирать себе кого-либо, рассматривайте этого человека как элемент, с которым можно лечь в постель. И пусть это для вас стоит как бы на первом месте. Но при этом не нужно ложиться в постель с первый день. Но можете сказать мужчине, что я рассматриваю вас как человека, с которым я хочу в дальнейшем лечь в постель. Если вы это скажете мужчине, верите вы мне или нет, этот мужчина с вами в первый день не ляжет. Он успокоится, он перестанет думать о том, что ему нужно переспать с кем-либо. Он начнет вас рассматривать как будущую свою женщину. Вот хотите верьте, хотите нет, слышите меня и делайте, как я вам говорю. Это откроет вам глаза на многие.